Немало книг написано про них, стихи им посвящали многократно. Тостов изрядно поднято за них, и для искусства эта тема благодатна. Они не просят премии и цветов, не ждут медалей, почестей и званий. Свой багаж отдать и знаний. Родители, родители, как жизнь у нас одни, но в детстве мы не думали, как вы для нас важны. Родителями стали мы, и ценности ясны. Родители, родители, как воздух нам нужны. Родители, родители, как воздух нам нужны. Построим крепкий и надежный дом. Камин горит, очаг тепла не гаснет. Поселились в нем, и места нет беде или несчастью. Они как талисман и амулет, детей своих всю жизнь оберегают. Мы не думали, как вы для нас важны.